Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! И, ребята, это не слова! Товарищи, здравствуйте! Слушай, я не перепутал. Вот это... В этом году любители туризма и активного отдыха Петровского района решили организовать на берегу пруда в Красном Яру место для причащения богоявленской водой и отпраздновать на природе крещение Господне. Собрались, организовались. Это все единомышленники. Четыре Владимира и два Александра. В преддверии крещенского праздника, крещения Христа Господнего, вот, собрались мы здесь в этот светлый праздник. Организовали это все группа единомышленников. Что, будете окунаться? Из четырех Владимиров и двух Александров. Вот. И потом все остальные уже подтянулись, тоже помогали. То есть я не скажу, что здесь кто-то один уникальный, кто это организовывал. Все по чуть-чуть приложили усилия к этому всему. Вот. Чтобы собраться, отдохнуть на природе, отдохнуть от телефонов, от нашей городской урбанистической суеты. Вот. Владимир Маринин, вот он отошел, вон он там в шапочке. Так, Владимир Петрищев, это я. Александр Моготов, вот он. Владимир Гордиенко. И еще у нас Владимир. Он у нас заведует кухней. Он у нас еще мало того, что еще у нас кухарит. Вот так готовит вообще. Приезжайте, попробуйте, у него шикарная стряпня получается. Все, что он не берется, готовит, все будет супер. Для безопасности и комфорта соорудили причал, сходни, очистили берег и дно водоема, установили указатели на дороге, поставили походную баню. Пригласили отца Христофора, который освятил воду. Во время подготовки и было решено создать клуб любителей путешествий и отдыха «Петровский турист». Вова, покажи главный повар. Где рецепт, расскажи. Вова, расскажи, что сегодня в рецептуре, что ты приготовил. В рецептуре у нас сегодня все нормально. Алоси меню. Шулюн, шашлык, плов и лапша куриная. На берегу для всех собравшихся любителей активного отдыха и туристов приготовили горячий шулюм, шашлык, плов, лапшу куриную, чай и другие согревающие напитки. Шулюм где? Вот шулюм, самый большой. Вот сам. Вот так. Да, самая правая. Да, шулюном? Я умею. Ну так что, вы в очереди или нет? Девчонки, ну как шулюм? А что, насыпаю? Ну как, будешь? Ой, шулюн отменный, Лёш. Я советую попробовать всем тебе и, в принципе, всем очень вкусно шулюн. Спасибо. Тоже с нулёвкой приехали. С нулёвкой. Ну покрепче, шулюн приехали. Вот так! Чем запить? Данное мероприятие организовано при активной поддержке членов и участников клуба «Петровский партизан», также в лице Боченко Павла Аркадьевича. Это его председатель, наш предводитель. Партизане приехали праздновать праздник дружной толпой. Здравствуйте, здравствуйте, с праздником. Ждали вас, Павел Аркадьевич. Прибыла еще одна группа партизан, да, вот, которые были, значит, предварительно только что мы на хуторе Ипполитове. Здравствуйте, вот. Девочки, там мы совершали всячески. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи партизане. Вот. Ритуальное омовение, христианские процедуры, традиции исполнялись. И теперь приехали к нашей группе, чтобы общей командой уже единением, единым порывом праздновать замечательный христианский праздник. Больные, здоровые есть? Конечно. Все здоровы. Сегодня светлый праздник Христов Христианский. И в любом случае, даже если кто-то и болен, он просветится и выздоровеет. Я надеюсь, после этих всех замечательных явлений, которые здесь происходят в данную секунду. У всех есть допуск, да? Всем допуск дадим. Нет, ну правда, мы будем... Здорово, казаки! Всех с праздничком! О, Сержи Коджан. Юма, ты спрятался за фонарь. Мы здесь уже собрались для чего? Для того, чтобы искупаться. Ну, или посмотреть на то, как будут купаться. Вот подходит это наше мероприятие к этому моменту. Ближе к полуночи самые стойкие совершили таинство причащения богоявленской водой. Все встаем и идем на купель. Да, ребята, надо поддержать смену себя. Вот это все условия. В принципе, тепло, скажи. Не, да отлично.
Ты в первый раз ныряешь или нет? Не, не в первый. С этими ребятами уже неоднократно, с ними очень хорошо. Они организовывают такие вещи, что как бы серьезные организации такого не смогут. Не так страшно? Вообще нет. Поздравляю! Нормально! Отлично! С праздником! Красавец. Спасибо, вас также, ребятки! Ну как, тепло? Ой, хорошо, сейчас зайду в баньку, вообще будет. С праздничком! О, с праздником! С праздником, ура! Ты на дне стоишь? Да. С праздничком! С праздничком! С праздничком! Аккуратно, Жень. Хватит, хватит, держи. Красавчик, праздничка. Говорят, разогреться надо. Ну правильно, как же без волшебного танца. А вы там или чего вы не выходите? Правильно, на восток. Восток у нас там, правильно? Угу. Спускаемся. Дно далеко? По грудь. Чуть выше. Я туда в тапках и пойду, да? Можешь. Ну давай, Ванька. Только развернись обратно. Как? Обратно развернись. К нам лицом. С праздничком, ребята. О, ух ты! Хорошо, да как, а? Ой, господи, бросай. О, хорошо. О, молодец. Привет передавай всем. Всем баньковским привет. Ах, как водичка. С праздничком. Мы верим. Так, в новостях покажем. По Первому каналу. Молодец. Молодец. Не волнуйся, ты красивая, тебя достанут. С праздничком. С праздничком. Молодец. Ой, подождите, я дышать-то могу? Дыши, дыши. Всех православных поздравляю с праздником Крещения Господня и окунаемся. О, ты как! Спаси, Господи! С праздником! Спасибо! Отдельно хотелось бы выразить благодарность Александру Гузику за предоставление этой территории. Еще раз напомню, мы находимся на территории, называемой Красный Яр, вот, близ города Светлограда. Он любезно предоставил нам ее безвозмездно для проведения вот этого мероприятия. Огромное спасибо ребятам, организация на высшем уровне. Берите пример с них. Всех с крещением, ребят. Ура! 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 Было жарко, несмотря на 0 градусов на улице. Море позитива.
радость от встречи и общения. Решили, что так встречать праздник станет традицией. Заодно и праздновать день рождения клуба «Петровский турист». Здесь есть чай. Да, ну тогда...